Артему всего 7. 2 года он боролся за жизнь. Чудо произошло, рак отступил. Мне очень хочется поучаствовать в боксе, в футболе, потому что мне это очень нравится. Для таких, как Артем, фонд «Подари жизнь» организует спортивные игры победителей, куда съезжаются дети из России и других стран мира. Это дает, опять же, дополнительный шанс для реабилитации. Здоровый образ жизни воспитывает в каждом человеке и дает позитивные моменты. Это тоже очень важно. Это и семейные ценности, потому что родители едут вместе со своими детьми. Сейчас они готовы по несколько раз приседать, отжиматься, делать практически любые упражнения. Настроить 6 ребят из Брянской области на серьезные спортивные игры решили известные спортсмены Брянска. Александр Фомичев и Александр Погорелов провели для детей тренировку. Эти дети уже победители, потому что они побеждают себя и свой недуг. Мы, со своей стороны, как и чиновник, так и спортсменов, конечно, будем их всегда в этом поддерживать и, наверное, даже где-то завидуем их силой воли. Начальник футбольной команды «Динамо Брянск» научил азам профессиональной спортподготовки. А потом дети вместе с родителями сыграли в футбол. Дети с желанием, и с детства уже должен быть и вырабатываться дух победителя. И я смотрю, ребята по этой игре проигрывать не любят и не хотят. И я думаю, будет все хорошо, и займу достойное место. Поддержать детей фонда «Ванечка» приехал и замгубернатор Александр Коробко. Он давний друг фонда, всегда откликается на просьбы и на этот раз помог в организации встречи со спортсменами. Самое главное – всегда ценить, уважать и помогать друг другу. Поэтому вот фонд «Ванечка», другие организации, которые занимаются поддержкой семей, они всегда делают очень благое дело, потому что они делают нас всех добрее. После тренировки горячий чай. Ребята узнали от мастеров спорта, как добиться успеха в соревнованиях. Спортсмену надо сила воли, что он хочет делать, и что он умеет еще делать. Он то сможет в том и победить. Хотелось бы мне стать победителем в этих играх. Александра Седачева, Владимир Шелободов, «События Брянск».